Модернизацию здравоохранения и дефицит мест в детских садах обсудили сегодня на всероссийском совещании в режиме видеоконференции под руководством вице-премьера России Ольги Голодец. Совещание приняло участие премьер-министр республики Эльдар Халиков. Голодец поручила до 1 марта проанализировать дефицит мест. Говорили о здоровье. Сейчас эпидпорог по гриппу под контролем. Это результат масштабной вакцинации. Вице-премьер попросил усилить контроль в детских и социальных учреждениях.